Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В наших краях огромное число китайских ресторанов. И я предполагаю, что все дело в том, что на Коста-Бланке водится какое-то нереальное количество английских пенсионеров. Если полистать английские сатирические журналы, то сразу становится видно, что лаймы крайне высокого мнения о своей домашней кулинарии, ну или, скажем, семейной. Вообще складывается впечатление, что большинство из них питается разными консервами. Скрывают банки с фасолью, разогревают и трескают вот такую вот порнографию. Цены на продукты в Испании, ну, по крайней мере, 5-10 лет назад, были ощутимо ниже, чем в Британии. И среднестатистическому английскому пенсионеру было намного приятнее жить на свою среднестатистическую английскую пенсию здесь, нежели на родине. Сейчас, конечно, цены в Испании ощутимо подросли, но англов все так же много. Статистика показывает, что в городах на побережье на долю подданных королевы приходится приблизительно 25-26%. Но пенсия есть пенсия, и, видимо, поэтому в окрестных недорогих китайских ресторанах посетители в основном между собой общаются на английском, а не на испанском. Короче, я предполагаю, что именно такой вот большой популяции англичан мы и обязаны наличием достаточно большого количества китайских недорогих ресторанов в наших окрестностях. Ну вот я решил приготовить свинину в китайском стиле. Это будет, конечно же, не китайский рецепт, а нечто, скажем так, по мотивам. Итак, мне понадобится вот такая свиная грудинка замечательная, с небольшим количеством совсем сала, но с большим количеством мяса, с уже отделенными ребрышками и со шкуркой обязательно, корень имбиря, пряности, уксус и сладкое вино, в данном случае херес. Ну, если захотите больше аутентичности, то придется, конечно, раскошелиться на какое-нибудь китайское сливовое вино. Ну, или там у них самое дешевое, которое для кухни, ну, столовое вино так называемое, берите. На гарнир я придумаю что-нибудь такое с рисом. Пока еще ничего в голову не пришло. По ходу дела разберемся. Поехали. Для начала надо разобраться с имбирем. На килограмм грудинки понадобится примерно половина чайной ложки, ну, может, чайная. Можно резать, можно натирать на терке, как вам удобнее. Понятно, нужно получить острый, кисло-сладкий. А уж каким набором продуктов этого добиться, фантазируйте сами. Целиком и полностью на ваш вкус полагаюсь. Имбирь добавлю к хересу и сюда же плесну хересного уксуса. Хороший ароматный яблочный тоже будет неплох. Теперь, что касается маринования. Если вы никуда не торопитесь, то обмазывайте вот этим маринадом ваше мясо, посыпайте солью, пряностями и отправляйте мариноваться в холодильник на 12 часов. Может, даже на сутки, только лучше будет. Я же хочу немножечко ускорить этот процесс. Поэтому надрежу мясо почти до шкурки. Да, а шкурку надо старательно наколоть как можно чаще, иначе беда. И вот теперь можно мариновать. В этой мельничке у меня корица, анис, гвоздика, черный перец и бадьян. Его иногда еще звездчатый анис называют. Короче, почти китайская классическая смесь пяти специй. Только вместо сычуанского перца у меня черный. Да, для пущей остроты в херес надо еще табаско накапать зеленого. Вот так. И теперь старательно в каждый разрез это ароматизированное вино. Отлично. Да, и, конечно, посолить, не забыть, со стороны мяса, вот так. Все, и теперь оставлю при комнатной температуре мариноваться примерно на час, на полтора. Если же вы собираетесь закладывать это мясо в маринад на сутки или на 12 часов, то, конечно, убирайте его в холодильник. Ждем. Продолжаем разговор. Сейчас все очень просто. Можно запечь это мясо, засыпав его солью и положить на подушку из соли. Это будет эффектно, но делать так совершенно не обязательно. А можно соорудить ванночку из фольги и добиться такого же эффекта. Фольгу складываю пополам для надежности. Вдруг один слой на дыру из-за криворукости. Так, мясо вот сюда. И вот так соорудить борта. Ничего сложного, как видите. Теперь шкурку надо старательно промазать рисовым уксусом, как следует.
любители накрутить дома суши сейчас судорожно вспоминают, остался у них уксус еще или они уже весь его слопали. А теперь шкурку засыпаю крупной солью. У меня морская, но пойдет и каменная. Главное, чтобы крупная. Посыплите мелкой, кристаллики-то мелкие, растворяются быстро. И, скорее всего, ваша свинина окажется пересоленной. Ладно, отправляю все в духовку. Верхний и нижний нагрев, температура 180 градусов. Ждем 60 минут. Прошел час, и пора снимать соляную корку. Больше она не понадобится. В духовке корка позволила полностью пропечь мясо и при этом предохранила шкурку от пересыхания. А сейчас настала пора получить хруст. Отправляю обратно в духовку под верхний гриль, но размещаю мясо на нижней полке. Расстояние до гриля следует выдержать сантиметров 25. И пока шкурка доходит, приготовлю гарнир. Вот здесь у меня уже отваренный рис. Хочу его обжарить с яйцом, добавить зеленого горошка, сладкой кукурузы. Так, присолить, разболтать и на сковороду. И как только схватится, можно отправлять туда же рис. Пора. Теперь кукуруза и горох и перемешать и добавить соевого соуса. Собственно, все. Сейчас дождусь готовности шкурки и буду сервировать. Готовы? Смотрите, какая красота! Сделайте погромче звук. Красотень! Нравится? Мне тоже. Ой, такой пряный аромат, такой классный. Значит, насчет времени под грилем. У меня в общей сложности в духовке под грилем провела эта свинина 22-23 минуты. Тут на самом деле достаточно сложно что-то точное говорить, потому что на самом деле реальную мощность вашего верхнего тена, вашего гриля в духовке, не знаете даже и вы. Поэтому сколько времени понадобится на получение вот этой хрустящей шкурки, не предугадаешь. Поэтому оставить, включить и оставить не получится. Придется все-таки следить. Но 15 минут это минимум. Возможно и больше. Да, и расстояние. Если слишком близко будете подносить к грилю вашу свинятину, то она будет сгорит. Вот я разместил 25 сантиметров. Можно было бы, наверное, даже и 30 сантиметров. То есть на самую-самую нижнюю полку поставить. Тогда бы вот этих вот слишком темных краешков у шкурки не было. Ладно, дайте уже попробовать. Хрустит. Вкус сладковато-соленый с легкой кислинкой. Очень приятный, пряный, очень насыщенный этими ароматами. Ну, так, нейтральный рис с яичницей. Сглаживает все это дело. К этому можно было бы, наверное, какой-нибудь соус подумать. Хотя мне соусу не хочется, но если есть такое желание, соусу к такой свининке однозначно можно. Посмотрите, какой кусманчик, а. Несмотря на то, что достаточно долго свинина провела в духовке, он очень сочный. Видите, сок внутри прям блестит. Ой, просто сказка. Ну, я не могу удержаться.
На этом позвольте сегодняшний выпуск завершить. Смело готовьте это блюдо. Это классно, это ярко, это здорово. И учитывая, что стоимость грудинки в магазинах, насколько я понимаю, ощутимо ниже, чем стоимость всяких там окороков и прочего, это достаточно дешево. Огромное спасибо, что досмотрели. Отдельное огромное спасибо Самуре за спонсорскую поддержку и за очень острые ножи. Вам за компанию, за лайки, дизлайки и за репосты. Всем пока!